Всем привет, вы как всегда на канале Семен на чемоданах, с вами я, Славян. В самом начале этого видеоролика я говорить много не буду. Вас сегодня ждет очень интересный и насыщенный влог. И самое главное, сегодня в этом выпуске мы с вами встретим новый 2023 год. Погнали! Приехали в Мигрос за продуктами, потихонечку начинаем складывать, к нам приедут друзья, они любят грибы, поэтому берем грибы, Настенка любит красную рыбу, поэтому красную рыбу. И здесь, кстати, классно, в Мигросе стоят такие аттракционы, Мирошку хотя бы занять, чтобы он не верещал. Коль мы с ребятами познакомились в Турции, решили им купить такую карту Турции. Здесь получается как мозаика, отстегиваешь детальку, и у тебя получается там видны достопримечательности. Кто где, надеюсь, заценят. В автодоме повесят. Идем с пляжа. Не досидели мы до заката, потому что вода теплая, шикарная погода. И детки, вон посмотрите, по самую задницу все мокрые. Мирошку даже просто переодевали в чистую одежду, потому что он был вообще насквозь. А когда солнце уходит уже, там как бы будет холодно, поэтому пошли специально пораньше. Идем сейчас в магазин с русскими продуктами, чтобы купить как раз всякие шпроты, селедку, сметанку. Всякие продукты, традиционно напоминающие русский Новый год для застолья. Да. Интересно, там снег продается? Как и предполагал, что перед Новым годом все расхватают. У них хоть и был привоз, но, например, шпротов уже не осталось. Вот так вот. Ну что ж, грустно. Очень хотелось бы бутерброды с шпротами. Вы только гляньте, с каким прекрасным видом я монтировал выпуск. Закат. Это выпуск с итогами года. Выпуск уже на канале, обязательно его гляньте. Ссылочка будет в описании. Наше 31 декабря начинается с сырничков. Настенка решила тут пошаманить вот это вот все, вот это вот негритянские сырнички. Видите, какие? Вот такие вот. Вот эти. Это мулатки, это негры. Да? Отправили Настенку в магазин. Там нужно кое-что докупить. Настенке нужно еще кое-что купить. В общем, я начал заниматься уже, собственно, отваркой вот этих овощей, яиц на салаты. Пока Настенька будет ходить, все сварится, придет уже, порежет. И, собственно, встречаем гостей, встречаем Новый год, все дела. Пока еще Настенки нету, делаем максимальную уборку. Настенка придет, довольная, останется только порезать, все в чашке загрузить. И, собственно, все. Вот видите, у нас даже, да, Мирошка даже помогает. Умничка, сыночек. Давай, давай. Давай. Маленький мой, давай, давай, сыночек. Вот так вот. Давай. Мы решили с Мирончиком прямо на зеркале вот так вот нарисовать елку, да? Искусственный снег, типа. Вот и Настенька пришла. Заблудилась. Как я без своего мужа? Куда ты ходить? Вот так вот. Неприспособленная жить, да? Да. Осторожно, да, осторожно, Тёма. Тёма, зачем ты поднимаешь? Ты не помогаешь, ты уродишь. Ты ломаешь. Мам, ты только торт купила? И да не надо поднимать его. Офигеть, так, сейчас покажем. А покажем чуть позже. Так, у нас первый салат начинает готовиться. Селедка под шубой. Купили вот такую вот селедочку Матиас. Плюс-минус такую покупали сюда в России. Но цена этой селедки 660 рублей стоила вот эта упаковочка. Здесь цены на русские продукты какие-то космические. Настенка недавно писала статью по этому поводу в Яндекс.Дзен. Я ссылочку оставлю. Зайдите, почитайте. Так, все в полном составе. Пытаемся приготовить оливье. Настенка пока ходила, я перевалил морковку. Достаточно сильно. Мироша. Ну ты так ничего, да, а, да? Вроде крежет. Давай. Другой стороной нож возьми. Это Тёмка. В подъезде пахнет праздником. Чувствуешь, что люди готовятся? А мы, представляете, все собрались. Все дружно идем в сауну, в хамамчик, в бассейн. Перед Новым годом, как говорится, все это смоем. И Мирошка даже первый раз идет в баньку, в сауну. Посмотрим, как он отреагирует на парение. Погода прекрасная. Можно вообще сюда прям плюкс нырнуть.
У нас сегодня здесь будет проходить какой-то корпоратив, там что-то 800 лир, что ли, с человека. Но мы не стали сдавать туда, не пойдем точно. К нам просто приезжают друзья, и мы будем с ними вместе отмечать Новый год, встречать Новый год. Вот так вот загорают, видите, солнце, 20 градусов, круто. Кто не смотрел, у нас здесь в комплексе вот так инфраструктура. Здесь такая зона отдыха. Мирошка, как тебе сауна? И нравится? Привет! Дорога до бассейна, что ли? Я потом в море умею. Только я такой не знаю. Для Мироши это новое, он только в море плавать. Мироша, наступайся. Сыночек. Давай, прыгай, прыгай, прыгай к маме. Ну как ты, Мироша? Мироша. О, Настенка с кем? Колпаком интересным. Все, чистые, обновленные. Именно так надо врываться, да? Все плохое с ними. Открыть и дальше новый. Ага. Ой, супер. Мирошка, пойдемте оливье готовить, сынок. О, не верится вообще просто. 31 декабря. Вот так вот просто, понимаете? Нереально. Вообще надо попариться и прям сюда. Но надо как следует напариться. Красотища. Да, Мирошка? Пошел я, значит, в А101. Подхожу к подъезду. А тут они. С наступающим. Антоха! Возьми меня к себе! Слава, ты зацени, насколько чистый автодом! Посмотри, он белый! Да не внутри, внутри Юля убиралась. Тут я не могу взять ответственность. Тут не ручаешься, да? Тут не ручаюсь. Привет! А смотри. Чё, автодом помыли, а щеки твои не помыли? Нет. GoPro променял, что ли? О, огурчики сегодня будут. Чем угощать-то будет? А вот, вот, курица вам и огурцы, и всё. А ты чё, побрился? Мы пустые. Но я продал волосы просто с бороды. Куда? Туркам. Вот я много раз показывал, как мы сушим белье. Вот, вы видите? Мы не одни такие. Самая лучшая доска, где можно сушить белье. Ой. Мирошке подарили первое его лего. Мироша, Мироша. Вот так вот. Так, детям вон запрещенку. Лего. Так, еще подарок. Вообще прям не ожидали. Мадам Коко, мы тоже любим так же, как и лего. Вообще, как оттуда все знаете? Мы вам ничего не рассказывали. Ничего не рассказывали? Вообще, красота. Смотри, вот, это я. Вау. Ты плела? Это делала? Да, это ручная работа. Куда такой-такой? Это вас пятеро, да? Да. Это дерево жизни ваше. Ни хрена себе. Спасибо. Вот это круто. Давай на елочку повесим рядышком. К Новому году или вот сюда рядышком. Ну, давай рядышком сейчас, да, определим. Чтоб не упало только. Ладно, мы сейчас ее заколем, я даже знаю чем. Это самое классное, даже. Так. Что там? Так, я, кажется, знаю, что там. Не, конечно, я видела, что Сереге то его Кемпер Тревел подарили, конечно. Так, так, так. Иди, иди, оправдывайся. Мы, конечно, видели, что там Кемпер Тревел кому-то подъехал, да? Не дошло, не дошло. Кайф, Славик, у нас личные кружки будут, как у нормальных людей в онлайн. Ой, там еще что-то теперь. Металлические. Нет, мы потом их обменяем на Кемпер Тревеловский, да, Антон? Да. Да. Он же сам едет сюда. Он же уже в Грузии. Спасибо большое, ребят. Кто тебе кружки делал? Да я не знаю. Плохо. Тебе придет. Я думаю, может, ты тоже до машины сходишь сразу. Так, здесь у нас уже тусич начинается потихоньку. Вы видите, все там включили. Сейчас приедет какой-то турецкий выступитель. Будет выступать перед аудиторией туда-сюда. Ну, а, это только официанты просто пришли. Ну, ладно. Мы, представляете, вот всей нашей полной компании готовим, чтобы сделать вот так вот стол. А вот
барынь Каштан. Каштан Анатолий просто сидит вот так вот и смотрит, что-то смотрит. Стендап. Стендап. Вы не собираетесь нам помочь, например, там что-нибудь? Поесть, например? Зовите. Я жду команды. Совсем чуть-чуть, и все, у нас тут будет, походу, пир на весь мир. Да. Пирде будет? Пирде будет, да. Пирде и пирде. Холодильник битком. Так, еще очень интересный тортик. Я все помню. Это попозже. Ребята еще привезли просекко прям из Италии. Несколько. Сколько месяцев оно у тебя валялось в багажнике? Месяцев сколько? А, он исправляется. Ты мой хороший. Так, и вот еще одна. Представляете? А мы покупали недавно здесь, в Турции, тоже итальянское. Сегодня будет прям итальянский вечерок. Алкогольный, да? Какая красота у нас получается. Различные салатики даже есть. Азиатский салатик. Юля приготовила вкуснотища. Так, еще салатик. Там же горяченько уже подходит. В общем, все очень классненько. Так, здесь поздравления по фейстайму. Тут вот Мирошка. Мирошка наш батошка. Красавчик. Ты что бороду поджал? София, вон какая сегодня. Цвет радуги у нее, да? София, ты радужная сегодня, да? Итальянская веревочка, узелок. Развязать мы его не сможем, распутаем. Ага. Как, можно? А тут надо штопором, наверное. Ты прям бах будешь делать? Буду бах делать. Я вчера в автодоме чуть не пробил. Ой-ой-ой. А никак, штопор нужен. Штопор есть. Давай. Вот там в шкафу, Юль, там штопор. Шампанское со штопора еще никто, наверное, не открывал. У нас тут с двух камер снимает. Блин, а это пахнет еще дополнительно, ну, это как какой-то трешак. Разливаем? Разливай! С Новым годом! Мы будем каждый часовой пояс отмечать. По Барнаульскому сейчас. Начинаем по Барнаульскому. Читинское пропустили, поэтому по Барнаульскому. А, да, пропустили, да. В Чите в этом году нет Нового года. Да, не дошел. Так. С Новым годом! Мы уже хотим кушать, мы очень сильно голодные, но мы, правда, не знаем, где наши женщины. Женщины, вы где? Ну, все, почти все. Характером осталось немножко. Извините. Так. Что тут? А если мы раздеты? Богиня. 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 Офродита. Офродита, богиня. Вы что, тут все? Да. Понятно. Короче, вот наши женщины. Пошлите кушать. Давай. Красавчик. Вообще, какой Новый год без селедочки под шубочкой? Такой кусьмень прям себе положил. Мирошки тоже положили, но он прям начал все разбрасывать. Маленький засрасчик. Так, напишите Настеньке прекрасный комментарий. И Мирошки тоже. Антон, где жена? В Калининграде. Отлично! Точнее, в Магадане. У нас максимальный прикол. Сначала ушла в автодом Юля. Что-то ей там нужно было, они забыли. Ее не было минут 10. Антоха сидит и говорит, о, она же ушла без телефона. Такой говорит, наверное, зайти не может. Пошел ее встречать. Теперь уже минут 10 нет Антохи. Я вот думаю, может быть, мне тоже пойти? Но если я пойду, я точно с собой возьму телефон. Ага. Сим-картой, которая уже не работает. Мы нашли тех, кто пропали. Где вы были? Что вы делали? Мы просто подумали, что вы решили там, ну понимаешь, да? Встретить Новый год самостоятельно. В чем дело? А вы просто застряли? В автодоме. А я понял. В автодоме застряли? Да.
понятно. Приятного аппетита. Спасибо. Пошли, вау, встречайте! Которая застряла в лифте сейчас, да. Когда одевала лифчик. Решила в лифте и надеть. Здесь и приготовила пол этой замечательной поляны сегодня. Ты пошла за лифчиком, застряла в лифте, а он здесь был, да? Вот так вот. Но типичная Юля. Детям шампанского, наверное, принесла. Детям шампанское? То есть мы сейчас попадаем под 18+. Да, вот. С Геленджика. Собрал Дюрсо. Абрау Джуниор. Я знаю такое, кстати. Забота прямо. Сейчас, подождите, еще не надо. Это мы оставим на встречу Нового года по нашему времени. Мы, естественно, деткам тоже приготовили подарочки. Сейчас я их возьму и пойдем вручать. Вот такой небольшой пакетик. Пойдемте. Ну все. Детки, за стол. У нас для вас кое-что есть. Каштаны? Каштаны. Каштаны, садитесь. Каштаны, ура! Каштаны. Ну подождите, сядьте за стол, говорю. Что вы все? А тортик? А, ну все, ты ждешь тортик. Ты уйди, уходи. Что там? А, это подарочки. Это подарочки от Настенки. Держи, я тебе. Или мне. Каштаны. Я каштаны люблю. Сейчас я подумаю. Ну ладно. Ты вцепилась-то как? Ты так. Как это, турецкий мороженщик? Самым годом тебя. Спасибо. Так, держите. Ой, держи. Тебе с красным бантиком. Что нужно сказать? Спасибо. Нет, тащи. Тащи куле. Так, Тёмочка, и тебе. Тащи держите. Куле. Тащи куле. Ничего себе, здесь мороженое. Можете... Мирова, тащи куле. Распаковывай. Тебе, сынок. Надо пасть. Ура! Держи, держи. Обжирала? Это походит. А, это как это? Ничего так радует. Жвачка! Жвачка, я это просто... Здесь не раскрывай, домой неси. Помогите! Это на еду. Сока, ты чем так порвала-то? Да помогите! Давай! Да не рви-то! Они-то дома! А ты спокойненько раз-раз-раз не уноси! На стоп! О, балочки! О, балочки, да! Ну, у нас не только для детей же есть, естественно, а для ребят. Но для ребят мы решили подарить не просто ну, что-то такое, как говорится, понятное, да, такое? А вот, интересно, сейчас посмотрите. Так, ребята, у нас для вас есть тоже пару подарков. Но на самом деле они... не совсем обычные, но дело а в том, можно то, что... А можно заново начать? Я только сейчас камеру нет, включу. Нет, ну а мы не на камеру вам подарки подарили. Почему? Вы снимали? Снимали? Я снимал. Да? Да. В общем, я знаю, что вы очень много времени проводите в автодоме. Да. И вот. И чтобы вы там не скучали, мы решили вам подарить игру. Мне даже страшно представить. Я не знаю, есть ли у вас такая игра или нету, но... Это не важно, значит будет еще больше штук. Но это, короче, игра на самом деле клевая. Джанга, я тоже подумала о Джанге. Это не Джанга. А что такое Джанга? Не-не, она не квадратная. У вас есть Джанга? Наверное. Есть, но дома. В общем, вот такая у нас веселая компания. Крик, так, шум. Подождите. Юля, распаковывай. В общем, распаковывайте, держите. Вот в этом районе. Я не знаю, вот что здесь, у вас Юля. Есть или нету, но я точно знаю, что это вам не даст скучать, потому что это очень крутая штука. У нас просто тоже такой нету, но я в нее играл. Играли на алкоголь, играли на желание, чего только нету. И это, да короче, клевая тема. Ну завернул. Джанга? Это Джанга называется? Джанга. У вас она дома? Нет, вот. Да? Не, у нас дома. Дома. Все. Вот. Сегодня партия будет? Давай. Будет. С удовольствием. Но на самом деле, а второй подарок у нас такой, что это вот прям тост будет. Так. Не знаю, сколько вы смотрели наш канал. Я твой смотрел давно. Всегда хотел познакомиться. И вот в Турции мы случайно встретились. Выпуск есть. Мы, как говорится, все запротоколировали, да, на камеры. Вот, и это все круто. И учитывая, что мы познакомились с вами в Турции, мы хотим вам подарить вот такую вот карту Турции. И это... Так, подождите, надо перевернуть.
И это не просто Турция, и это даже не пазл. Это даже не пазл. Как я понял, здесь детальку убираешь, и там есть достопримечательности каждого региона. Нифига. Я хочу, чтобы эта доска была у вас в автодоме, как вот память, что вот мы познакомились в Турции, и это именно Турция. Это вот тост. За Турцию? Да. За Турцию, за знакомство. И круто, что мы вот так в итоге бац, и Новый год тоже вместе. Это круто. Наступающий! Сейчас будем изучать достопримечательности. Да. Нам стало слишком интересно. Как они держатся? Как они держатся? Стамбульский край или Стамбульская область, мы не знаем. Возьми. Возьми. О, но он достаточно плотно, слышно. Ну не магнит. А что она расстроилась? А потому что почему-то очень странно. Ну, вот у кого-то. Так. А что не положили там одинаково? Так. А, ну они плотно. Плотно просто. Ну в автодоме на кочках будет вот так, придется. Ну тебе придется в столе хранить. На каждой парковке восстанавливать. Восстанавливать, конечно, вот еще. И я запомню всю карту Турции. Да. Мирошка там помог ребятам, короче, изучать. Турцию? Полчаса. До Нового года им хватит. Новый год пропустили, короче. Да, Мирош, ты молодец, ты мандарин нашел. Не кусай, сыночек, не кусай. Я тебе сейчас почищу. Так, у нас 4 минуты до Нового года. Веселье продолжается. У нас в нашей компании минус один. Минус один, который напился молока. А, я думал про меня разговор. Нет, ну окей, прикрепляю Антоху, он тоже почти минус. Вот на фотку. А, уже минус два теперь, да-да-да. Так. Ваше здоровье. Это что у тебя такое в стакане? Это вне очередной тост. Давай. Это детское. Вам комментируйте. С дымком. Вот так вот. Это мой стакан. Разливается. Настоящая пробка. Вот три стакана у вас. Абрау-Дюрсо с завода вот. В прошлом году. Детское шампанское, Абрау-Дюрсо. Сейчас прикиньте, бокальчик. Никто не пьет, и они такие просто в оливье втроем. Пап, мы такие. Водичка? Это водичка, сыночек, водичка. Пей. Только не говори, пожалуйста, на камеру, что вы сейчас смотрели. У нас просто одна минута. Блин, у меня тут камера в руке просто. Давай, выключай. Чикс. Одна минута до Нового года. Опа! Надо включить! Даже свет есть, потух! Включите лучше тот! Опа! Да-да-да! Надо расшарить! Подожди, надо расшарить! Рано! Вот это отлично! Давайте, скажите, когда не рано! Ура! Подождите! Там салюты! И вид на море! Да, и вид на море! Пойдемте, вид на море, салюты! Выходим! Ура! Да, салюты! Спасибо вам! Салюты! Так, а где это все? Они где-то там все! Так, где салюты? Я слышу, не вижу! Мы видим только луну! Блин, а я так надеялась, что у нас будет видеть. Где-то там пахает. Подождите, аккуратно, у вас. Блин, не надо. Вау. Так, у нас все тут. Все вышли на балкон, вон там, вот там, а там нет. Так, у нас тут тусят. Там есть? Ой, там просто дымяра-то какая, занавес. Ой-ой-ой. Ой, там вообще дискотека. Так. О, видно, вон видно. Вон, салюты. Вон это хоть такое, то хорошо. С Новым годом! Плоховато видно, но зато у нас салют с видом на море. О, белые ролики? Что там? Белые ролики. Что там, Мироша? О, Сенёк, о, что там?
Это что? Это наклейки, вау, такие крутые. Ну о, что там, парни? Папа. Ага. Ну что, это то, что? Хорошо, что под елочкой была баночка бело-синей жидкости. Последний раз пил такую хреновину, не знаю, в классе, наверное, 10-м, может быть, 9-м. Так, Роджин делает первые попытки. Это, Мирош, отойди от него, а то он что-то какой-то невменяемый, смотри. Оп, голову, голову береги, тело чуть вперед наклоняй. Будем сейчас пить кофеечек вот с этих новых чашечек. Чашечки от ребят. Единственное, что забыли вчера купить кофе. Я сегодня сходил в магазин, а они все с 11. Нашли здесь одноразовый. Ну, хоть такой. Мы позавтракали, доели все салаты. Ну, как доели, почти доели. И сейчас выдвигаемся все дружно. Пойдем на море. Так как 1 января нужно открыть купальный сезон в этом новом году. 31-го закрывали? 30-го я закрывал. Ну, а первого будем открывать. Да уж, мы пришли на пляж, а народу тут тьма. Просто лето, сезон называется. Обалдеть, ничего себе. Вот это все битком. Вот это битком. Ну, многие купаются, пожалуйста. Это 1 января. Вообще, да, смотри, там какой заплыв вообще, смотри, сколько людей. Вот это я понимаю. Вот это красота. А что, вы пошлите куда-нибудь, отойдем. Ну, я тоже думал. Пошли, Соня. Мирошка тоже весь раздетый, бегает. Никак его не выгнать из воды. Ну что, идем купаться? Антоха уже зашел. Блин, так солнце ярко светит. На самом деле мы пришли, людей много купало, сейчас уже никто не купается, только мы. Фух, она холодная, поэтому долго заходить не стоит. Градусов 18. Красота! Вот так вот! Ныряй! А вода-то теплый лед? Теплый лед, теплый, ага. Лед. Готов? Ныряй! Давай. На счет три. Давай! И на тебя! Договорились? Давай. И что это криво? О, дубль два. Готов, под тобой ныряю. Все. Давай. Раз, два, три. Неплохо. Класс. Какой-то спорт получился. Неплохо. Никакого отдыха. Фу, заплываем. Что, надо, наверное, выходить? Зачем? Слушай, ну очень круто. 30-го закрыли, 1-го открыли. А я в Израиле закрыл. А, ты купался? На мертвом море. Неплохо? Неплохо. Ух. Не, вода не такая холодная, как. Ну я говорю, 18 весной. Весной мы в Черногории купались, там вообще. Там вот там лед. Я просто забегал и обратно. Ну я пошел на всякий случай. Большая дорога предстоит. Давай. Ты знаешь, где, куда идти домой? Вон прямо. Все. Ныряем и выходим.
Мы с моря двигаемся домой, решили купить турецкий арбуз. Ни разу не пробовали, здесь как раз самый сейчас сезон начался. Все вот так вот продают. Я даже не знаю, как его выбирать. Возьмем, да? Давай возьмем. И дыньки. Да. Арбуз, берем. Ну? Арбуз. Ага. Или дыню. Это нет, что случилось? Определитесь. Мне кто-то массаж сделал. У меня рука вот так показывает. Понятно. Взяли арбуз, а детей еще угостили яблочками. Арбуз здесь 15 лир стоит килограмм. Так, вот так этот дружок выглядит. Сейчас мы его нарежем, посмотрим, что же там внутри. Ага. Ну, не такой уж он и красный, но он может быть и не красный, но может пахнет... быть вкусный. Пахнет, пахнет прикольно летом. Летом? Ну да, у нас почти лето. Андоха говорит, что арбузик на троечку. Да, да. По какой шкале? По 50? Пятибальной. А, пятибальной. А Настенка говорит? Да. Что, не очень? Вообще не очень. Относим обратно? Не сладко. Корки отнесем. Корки отнесем? Я на самом деле ему сказал, если будет невкусный, мы принесем обратно. Он посмеялся. Как ты сказал? Вообще вода, кстати. На русском он сказал. Бе. Ребята скоро уедут. Сегодня. И мы решили на пасашок, так сказать, сыграть в теннис. Купались, играем в теннис. В общем, сегодня 1 января. У нас такой прям насыщенный спорт. Берем ракетки и погнали. Антоха, ты готов проиграть? Да. Красавчик. Ну, как Антоха сказал, он готов проиграть. Поэтому найдем ему сейчас задницу. Провожаем ребят. Зачем? Мы чай попили же уже. Они уезжают уже завтра. С какой у тебя путь предстоит? 3000? В Каш едем. Ну, вообще, в целом, цель в Германию доехать. Да? Стамбул. Ага. Болгария. Ага. Сербия. Ага. Венгрия. Ага. Больше стран не знаю. Блин, просто круть. Когда увидимся, тоже под не вопросом. Знаем, да. Как в том фильме. Ненавижу прощаться. Да. Когда увидимся, теперь неизвестно. Но надеюсь, скоро. Вот такой видеоролик у нас получился. Вот так вот встретили Новый год. Вот Мирошка пришел меня поддержать. Очень грустно всегда прощаться, потому что есть полная неизвестность в плане даты следующей встречи. Но в целом круто, что провели вместе время. Ставьте лайки, если не поставили еще в самом начале. Еще раз поздравляю всех с Новым годом. Еще раз говорю огромное спасибо всем, кто продолжает путешествовать с нами. В новом году постараемся открыть еще больше новых мест и, конечно же, поделиться этим с вами. Так что, если не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Нас совсем скоро будет 60 тысяч. Чуть-чуть осталось, и осталось совсем немножко до серебряной кнопки, которую мы обязательно возьмем в этом году. Вот такой первый выпуск этого года. Дайте ему максимальную поддержку. Я буду прощаться. Пока.